Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый ролик. Ребята, буквально 2 часа прошло после обновления, но уже, ребятки, активно падают новые хук-питомчики. Поэтому в этом ролике, друзья, я возьму таких 2 питомчика у своих подписчиков и буду пытаться их затрейдить за максимальную цену. А что из этого получилось, смотрите в продолжении ролика. Конечно же, не забывайте подписываться и ставить лайкусики этому видосику. Погнали! А спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт RBX3GG. Сайт, где робоксы всегда в наличии, а выплаты ну очень надежные. Благодаря методу трансфер на RBX3 вы получите свои робоксы в течение 5 дней. Но также на сайте RBX3 вы можете купить премиум статус дешевле, чем на официальном сайте. Переходи на сайт RBX3 по ссылке в закрепленном комментарии или отсканируй этот QR-код. Переходи как можно быстрее и покупай робоксы. Так, ребятки, вот он заходит, друзья, вот он заходит. Офигеть, ребят, офигеть. Вот это жестко. Несколько часов буквально после обновы прошло и уже такая удача. А чё? Убить. О май гад, какой он красивый, какой он милый, ребят, посмотрите. Привет, здорово, здорово, здорово. Реально, ты что, сам выбил бортанчик? Я тебе даю на ролик, а потом не хотел бы ты затрейдить. А на что? На что ты хочешь затрейдить его, братанчик? Что предложишь, могу хилл-роки или что-то другое? Окей, я подумаю. Так, ребятки, говорит, что выбил с 300 питомчиков. С 300 яиц выбил. Ну, примерно, да, вот это повезло. Офигеть, 14 штук в игре. Ничего себе, ребят, вы такой видите? Я в шоке. Так, ну, ребятки, давайте попробуем, посмотрим, что нам за него дадут в трейдинг-плазе. Это вообще жестко, ребята, это очень жестко. Так, ну, надеюсь, друзья, что мне хотя бы покажет рэп сейчас. Хотя бы понимать, сколько. Хотя, ребят, мне кажется, вот я не знаю, ребят, продают их или нет. Слушайте, 14 штук в игре, как вы думаете, продают или нет? Мне кажется, должны продавать. Так, ну что, а ну-ка все разошлись, батя идет. Посмотрите, какой у бати питомчик. Не понял, это что за твинк? Это что такое вообще? Ты что тут делаешь? Ты зачем мне всю малину портишь? Ты кто тут такой? Ты что? Я тут один босс. Только я один босс. Смотрите, сколько таких питомчиков. Офигеть. Вот это жестко, ребята. Я вообще не босс. Вообще не батя ни разу. Вы видели такое? Очуметь. Блин, я даже не знаю, за что его трейдить, ребят. Офигеть. Пришел такой деловой. Смотрите, 2 таких питомчика. Вот это крутяк. Трейдинг ню. Фанрикс, я видел. Не-не-не. Специально тебя вырежу, братан. Специально тебе вырежу. Смотрите, ребят, он мне дает еще монеты какие-то или что? Или мне приснилось? Подождите. Он что, какие-то монеты дает? 20 штук уже в игре. Прикиньте, только что было 14. Короче, мемка вообще не актуальна. Еще и такой питомчик у него. Очуметь. А ну-ка, давайте мы ему трейд скинем. А ну-ка. А, он уже в трейде, ребят. Вот еще один чувачок с таким же питомчиком. Вы прикиньте? Ребята, тут выпадают нормально. Все, короче, которые получили таких питомчиков, сразу пытаются зайти их затрейдить. А ну, давайте мы ему трейд скинем, посмотрим хотя бы сколько их в игре. И он тоже в трейде. Офигеть. Вот это вы, конечно, ходите, ребята. Не успевает. Реально, просто не успевает. Так, пишем, ребята. Трейдинг хьюч. Фанрикс, купишь моих хугов. Да, уже. Я такой богач. Сейчас возьму всех твоих хугов, куплю. Клавер Дрэгон. Так, кидаем трейд, ребят, кидаем. Блин, хоть бы посмотреть, сколько этих штучек в игре. Смотрите, и рэпа до сих пор нет. Так, что-то мне кидает. Так, и что? А ну-ка, предложи что-то хорошее. Сейчас чувак напишет плиспет. А, вообще ничего не написал. Все понятно. А, он просто посмотрел. Ну, вообще, обожаю таких чуваков, которые просто смотрят. Так, Дементор, давай. Блин, да вы заманали уже, ребята. Открывайте трейды. Точнее, уже прекращайте трейдиться. О, есть. А ну-ка. Ребята, все боятся их покупать, прикиньте. Никто не знает цены, и все боятся покупать. Я даже не знаю, сколько его поставить. Давайте за 1 триллион поставим вообще на фонарь. Прикиньте, вот это будет жестко, если кто-то еще купит. Я думаю, братик не будет вообще расстроен, если я его за 1 триллион продам. Ну, это, конечно, нонсенс. Тут, по-моему, даже таких людей нет, которые такое могут купить. А, не, есть, смотрите, 5 триллионов чувака, нормально. Вот, 1 триллион у чувака. Но никто не купит, вообще, я уверен, что никто не купит. Только поржут с меня, скажут, лол, смотрите, уже. Да-да, лол, согласен. Не, ну чё, ребят, а вдруг кто-то подумает, что это один гем. Кстати, смотрите, ребята, я его поставил на прилавок. Я даже не знал, когда вы ставите на прилавок, он у вас все равно остается. Так, друзья, залетели еще на один сервак. Давайте пробуем здесь затрейдить. Так, а ну-ка, что нам дадут за гемасы? Huge Dragon. Да не, Huge Dragon мне не нужен. О, смотрите, как теперь пишет, друзья. Я только сейчас заметил. 47-58. Вы поняли? То есть вот промежуток пишет. Нормально. Братик, ты что, это все, что ты мне хочешь дать? Подымай, давай. Это не интересно. Не
интересно. Так, ну что, сегодня будет нормальный трейд? Друзья, а пока мы бегали, смотрели, пока мы трейдились, мне еще подписчик написал, что у него еще один питомчик есть, только уже другой. Давайте пойдем заберем еще второго питомчика. Пока он не упал в цене, ребята, надо быстро сливать. Так, братик пишет, как по мне, красивый. Да, братик, прикольный, только их уже 20 штук в игре. Прикольный, но я не знаю, сколько он стоит. Я пытался затрейдить на трейдинг-плазе, но все молчат. Ну, ребят, вы реально видели, то никто не хочет ничего давать. Там все говорят, что не могут дать офер. Ну да, ребят, поэтому и обменивают его. Лучше продать за гемы. Вот с первыми питомчиками, с ними, конечно, вообще тяжело. Я им пишу, сейчас Бартан зайдет с лепреконкетом, он говорит, я их много видел. Ребята, почему он много раз видел, а мне ни один не выпал? Я уже столько их открыл, пока вот бегал, реально. Как-то нечестно, друзья, столько всего вливаешь в игру, и нифига тебе не падает. Так, ребятки, отдаем питомчика обратно. Смотрите, друзья, уже 25 штук в игре. Офигеть. Пока мы бегали буквально несколько минут, блин, как быстро вообще они появляются. И как быстро они падают в цене. А вот и другой бартанчик с другим питомчиком. Офигеть, смотрите. А этих сколько уже? Этих уже 208, нифига себе. Ребята, 208, очуметь. Привет, ща попробую затрейдить его за норм гемов. Хорошо. Ребята, я не знаю, ребят, кстати, насколько их можно затрейдить, но я попробую по максимуму, конечно, затрейдить. Сейчас посмотрим, что получится. Так, а где он? А, вот он. Хьюч лепрекон кет. Кстати, он мне за 30 яиц выпал. Нифига себе. Вот это везет. Реально, везучие люди, ребят. Везучие люди. Офигеть. Так, ну, ребят, я не знаю. Ну, мне кажется, если за него 200 миллиардов дадут, это будет очень круто. Как вы думаете? Так, а ну-ка посмотрим. Его уже продавали или нет? Его еще... Я не понял, почему 160? Я не понял. Почему 160 показывает? Только что показывало больше. Что с этим экзистом не так, друзья? Смотрите, еще один чувак с таким же бегает, который у меня только что был. Так, давайте напишем в чат, что мы его трейдим. Трейдинг хьюч. Так, пока, ребята, напишешь вообще его название, это жестко. Лепречаунткет. Лепречаунткет. По-моему, я правильно написал, ребят. Я думаю, пойму. Так, раз, два, три. Так, давайте пробуем. Пробуем хоть за какие-то деньги его затрейдить, ребята. Это, конечно, круто, что он у меня появился. А ну давайте за гемасы, может, его поставим сюда. 100, ребята, офигеть. За 100 не хочет покупать никто. Очуметь. Че, серьезно? За 100 никто не хочет его покупать? Почему? А, банан ты хочешь мне дать? Ребята, я не знаю. Мне банан не нужен, конечно. Как вы думаете, ребята, нормально или нет? Что-то я, ребят, боюсь, конечно. Эти бананы, они никому не нужны, вот на самом деле. Без обид тех, кто имеет бананы, но мне кажется, они вообще бесполезны. Так, ну что-то вообще, ребята, как-то я вам хочу сказать. О, чего? За 36? Ребята, за 36? Смотрите, смотрите, за 36. Давайте ставим 40. Ставим 41. Смотрите, ставим 41. Офигеть, 42. Давайте 43. Чпоньк. Ребята, мы сейчас, наверное, за 43 его купим. Вы такое видели? 20 секунд осталось. 44, кто-то перебил мне. О май гад, 50. Так, ребят, ну 50 он точно стоит. Давайте ставим 52 уже, смотрите. 52. 53. Еще 15 секунд добавили. Офигеть. Так, 56. Еще. Ребята, опустили, блин, ну как-то так плохо опустили, если честно. Нифига не видно все равно. Опустили, но все равно нифига не видно. Так, 62, ребят, 62 уже. Слушайте, ну, что-то прям дешево. Вам не кажется, что дешево его продают? Так, давайте мы сюда зайдем, смотрим, ребят. 70, 70, 72. Очуметь, очуметь, 72. Вот это жестко. Так, неужели кто-то нас больше? 75. О май гад. Я офигею, если дойдет до 100. Только что за 100 продавали, никто не хотел. 77,3. Слушайте, этот рейд когда-нибудь закончится или нет? 80, друзья. 77, 80. Я в шоке. Блин, ну мне кажется, все, 80 это овер, ребята. Нет, 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 нет. 82,5. Че за фигня? Вот как так происходит, ребята? Ставишь, короче, за 100, его никто не берет. Ставишь его на аукцион, люди начинают торговаться. Мистика какая-то. Так, неужели сейчас будет 85? Да, да, вы поняли? 85. 87,5. Друзья, но тут, конечно, будет жестко. Если его сейчас продадут реально за 100, я офигею. Так, так, 3, 2, 1. 87,5, ребятки. Давно я такого не видел, друзья. Офигеть. Вот это были жесткие торги. Друзья, при том, что сейчас ночь, и мало людей торгует, все равно торги жесткие. Ребят, ну согласитесь, жалко его продавать за 90 даже миллиардов. Столько за него даешь. И, ребят, все равно, смотрите, его продали. Только что его продали за 87 миллиардов, и все равно цена на него в рэпе не появилась. Ну, как-то вообще работает система через одно место. Я уже вернулся обратно на сервак, и все равно ничего не появляется. Никакой рэп не появляется. Давайте мы ему обратно отдадим. Спасибо, бартанчик, что помог. Прикольно, ребятки, у меня уже два таких питомчика.
Еще один остался, у меня уже будет коллекция. Но, ребятки, я делаю вывод, что трение питомчиков, которые только вышли, вообще очень тяжело, прям крайне тяжело, потому что никто не хочет на них трениться, вообще никто. Все боятся, все думают, что сейчас цены упадут, и как только питомчик выходит, никто не хочет его покупать ни за какие деньги. Разве что вот так вот за 80 миллионов могут взять, но мне кажется, что это маловато, прям очень мало. Так что, ребятки, если выбили питомчика, сразу пытайтесь его продать. Сразу же, максимально, пока цена на него еще нормально держится, потому что потом он уже, как видите, будет неактуальный. Так что, ребята, спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Не забудьте подписаться и влепить свой лайкусик. Меня зовут Фанрикс. Желаем хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!